Смешные тапочки, разноцветные шапочки и карнавальные костюмы. 1 апреля в Люберецком 4-м лицее отмечают День Ерундень. Ученики и учителя друг над другом подшучивают, поют и танцуют. Сегодня здесь можно все. На празднике смеха побывал Богдан Колесников. Ребята, идем на физику. Пойдем. Мальчишки из 9 класса пришли в банных халатах. Сегодня им должно быть не до смеха. Ребята готовятся к основному государственному экзамену. Но 1 апреля в образовательном учреждении – особый день календаря. Люблю ходить и соблюдать традиции нашей школы, как мы захотим, чтобы и учителям, и нам было приятно ходить. Даже если халат с детского сада еще остался. Когда окна открывают, тепло. Ну, это не мешает, главное – знание. Пока старшие лицеисты получают знания, младшие разучивают ритмичные движения. Музыка на всю, и первоапрельский флешмоб готов. Начинаем, все готовы, отвечаем. Все готовы! Тигрята, зайчики, лисички и другие зверушки. Танцуют все, веселятся не только дети. И пример показывает директор. Когда-то очень давно мы просто придумали в этот день приходить в самых веселых тапочках. Потом старшие дети придумали в этот день приходить, кто в халате, кто в пижаме. Малыши, глядя на старших, тоже не отстают, поэтому в этот день у нас вся школа в смешных костюмах. Литературные вечера в лицее устраивают часто. 1 апреля, в день рождения Гоголя, особое внимание творчеству великого писателя. Но сегодня программа произвольная. Смеха, друзья, поздравляю. Сегодня настрой хоть куда. И вам от души я желаю быть с юмором в жизни всегда. В этот день совсем не грех рассыпать повсюду смех и над кем-то подшутить, чтобы народ развеселить. День Ерундень в 4-й школе отмечают больше 10 лет. К празднику смеха присоединились все 547 лицеистов, а вместе с ними и учителя. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.